Алло. Алло, добрый вечер. С кем я разговариваю? Меня Игорь зовут, господин. И что? А у вас проблемы, вы знаете? Какие? Я не могу уже так сидеть и подождать, когда будут мои деньги. Вы кто такой? Скажите мне, в чем проблема? Игорь меня зовут, да? Я вам должен какие-то деньги? Да, вы мне нужны, потому что это ваш сын, значит, вы мне нужны, вам надо денег мне давать. Вы. Еще раз, пожалуйста. Я дал вашему сыну деньги, если так. Он мне не дал назад, значит, вы мне должны. Это не... Я вам должен, да? Да, это что, неправильно, несправедливо? И что, подождите, а моему сыну сколько лет? Вашему сыну, а мне не все равно, сколько лет. А мне все равно, кто ты и как тебя зовут, уважаемый. Слушайте, дальше что? Давайте делаем так. Как мы делаем? Я вам даю 3 часа. И что? Вам дальше надо что? В течение 3 часа найти 700 евро. Я прихожу к вам, вы мне даете деньги, и peace, все, расстанемся, все будет нормально. 700 евро за что? За ваш сын. Я еще раз говорю, я при чем здесь? А вы отец его. И что теперь? А что? Значит, вот я сейчас записываю разговор, пишу заяву, и будешь, блядь, отвечать там, понял? Стоп. Сейчас разговор записан на диктофон. Ага. Через 3 часа будешь просить, чтобы я забрал заяву. Ну давайте я тогда буду в полицию сейчас идти. Иди, пожалуйста, в полицию, обращайся как положено, куда ты хочешь. Делай, что ты хочешь, ко мне какие вопросы. Я тебе что-то должен, уважаемый? Ваш сын должен. Так ты с моим сыном разбирайся, я при чем здесь? Он ваш сын, уважаемый. Игорь, меня тоже Игорем зовут, мне 51 год. Я кому что должен, скажи, пожалуйста. Это ваш сын, если ваш сын не может дать долг. Я не знаю, что он может и что он не вообще первый раз от тебя что-либо слышит. Ты чего мне угрожаешь, скажи, пожалуйста. Слушай, давай не говори так со мной, потому что... Так ты со мной начал говорить так, угрозы какие-то. 3 часа я тебе даю, слышишь? А если через 3 часа будет по-другому, тогда что ты скажешь, а? Как по-другому? Ты что-то такой крутой? Ты меня угрожаешь. Ты такой... Ты меня угрожаешь. Я сказал, что через 3 часа... Ты меня угрожаешь, я тебя спрашиваю, бля, ты что, глухой ты? Да, я угрожаю, что мне нужны деньги, вот да моя угроза. Да ты свои деньги, я при чем? Ты мне что-то давал? Я... Ты мне давал что-то, бля? Вам нет, но вашему сыну давал. Так вот я тебе еще раз говорю, ты разбираешься с моим сыном. А что мне его калечить, что ли? На него, напиши заяву, пускай его ищут. Слушайте, я могу разбираться с ним, если вы не хотите, но я буду калечить ты его, не я не хочу этого. Ты не будешь с ним разговаривать по одной простой причине. По одной простой причине. Одно движение твое неловкое, и ты будешь отдыхать там, блядь, долго и нудно. Я тебе за это отвечаю, блядь. Ты понял меня? Слушай, давай не так резко, да? Не я так тебе резко. Говорю резко, ты еще хуёво знаешь меня. Ты кто нахуй по жизни вообще? Слушай, давай делаем так. Давай ты делаем так. Я нихуя с тобой делать не буду. Давай делаем так. У тебя не 3 часа, у тебя 2 часа. Слышишь? Еще раз тебе говорю, телефон дай свой мне. Давай напиши мой телефон. Дай мне телефон свой сюда. Давай напиши мой телефон. Давай крутизна, давай мне телефон. 022. Ты правильный пацан, ты меня грузишь на деньги, бля. Я тебя не гружу. Ты меня грузишь на деньги, скажи. Да, мне нужны мои деньги, это мои так деньги, иди, господин. Я кому-то давал, ты их от меня, что слушай, хочешь, блядь? Он твой сын. Ты мне что, я за сына своего не отвечаю, я тебе еще раз говорю. Что с тобой, ты же папа. Я тебе еще раз сказал, я никому ничего не должен. Блядь. Какой папа ты, если ты да не... Да какая тебе хуй разница, какой по жизни, чтоб я перед тобой, блядь, слово держал, я отвечаю. Давай блядь, скажи, еще ты, час блядь. 30 минут, я прихожу, потому что я знаю, где ты живешь, да мне нужны деньги. Похуй, где, что, блядь, ты? 9 граммов получаешь сразу, нахуй, я тебе говорю. Готов, все, ты... все, успокойся. Телефон пиши. Телефон пиши ты, не я. Так давай, диктуй. Вот, 022. 022, ты мобильный давай. Давай. И как его сына зовут, ты знаешь? Давай напиши мой мобильник, давай, брат, напиши. Давай, брат, как зовут сына, ты знаешь? 068. И как моего сына зовут, слушай, ты мне даешь долг, и потом тебе скажу, как его зовут и не как зовут, да? Блядь, а что еще тебе дать? Откуда я тебе дам долг, блядь, его? Ты напиши 0. Ты вот говоришь, он потом скажешь. Ему сейчас деньги надо дать, понимаешь? Вот сейчас ему дай деньги, он... 6-8. 0-6-8, да. 8-4-8. 8-4-8, 3-л-л. 3? Л это что? Л-л это мы в прямом эфире на радио журнал FM. Это был розыгрыш. Блять, это ты вот так развел меня, скажи, уважаемый. Да, ну извини, это так получилось.
Вот зачем эти розыгрыши? Есть один ваш друг, который просто заказал этот розыгрыш. Я Анатолий Мельник, мы в прямом эфире на журнал ФМ. И сейчас меня все послушают. Да, ну ты уже извини меня, я хороший парень. Да не вопрос, бля, но я же разговаривать умею, бля. Я же заднюю не даю, бля. Ну все нормально, все было отлично просто. Все, давай. Давай.